Всем привет! Решил сегодня сделать прощальный обзор с одним из героев. Это будет у нас Бигфут, только не такой. У нас кино еще на него не добавили. Иди сюда, где ты, детка. Так, не тут, значит, ты вот тут. Почему прощальный, вы узнаете в конце видео. А кто понял, молодцы. Так. Вот такой вот у нас будет Бигфут сегодня на тесте с Бастионом, чтобы вы видели, с ожогом уже есть, БВшка есть, обзорчик. Так, сейчас мы запилим обзор. Именно с Бастионом. С Огненкой тоже был обзор, с Огненкой мы слили и качнули вот такого вот с Бастионом, с БВшкой слили и качнули с ожогом. Или наоборот, ну, и в этом суть. Так, есть, ставим пока вместо Фрейи. Так, питомцем ставим вот этого. Вот такая вот сборочка. На 12-12 он прокачан в течение 5 секунд, наносит общий урон, равный 2160. Он один и тот же из крутых массовиков-дамагеров. Самый большой его плюс, что он имеет иммунитет к оглушению на 5 секунд, если срабатывает его скилл. Также он морозит. И морозит он достаточно офигенно. И еще он, как Ирина, восстанавливает себе жизни от полученных атак. Равные 200% от атаки кулдаун 0,2 секунды. Так, рунами у нас будет ремочка. Пятое, чтобы сразу включались, топор для урона. Также на нем стоит доспех. У меня было много на нем чар разных, и победный выпад был. Ну, он, честно говоря, себя убивает, поэтому я ему поставил доспех. Он стал более живучий, особенно с ожогом. Также у нас будет вот такой вот рудик на максималку прокачанный. По снаряге я вам показал, в созвездиях он у меня стоит уклонение плюс крит, то есть такой ПВПшный вариант, скажем так. Ну что, поехали потестим. Атрибуты забыл вам показать. Ну давайте где-то здесь его запустим. Им кайфово ломать заборы, как видите, чудесно ломает, урон бешеный просто, но сливается. То есть он даже, ну, слили Афину там, слили. Если будет у нас побольше подхила, мы сможем его тащить. Тащить, точнее, на рейдах там по локациях. Ну, так, по сути, даже БВшка на нем мне что-то не нравится. Не нравится даже Бастион. Вроде и казалось бы, плюс 60% жизни, плюс 60% к атаке. Но все равно не то. То ли я заржался, то ли действительно он на сегодня должен быть все-таки в сборке с дефом. Ну вот, как видите, забор слил и все, дальше не прошел. То есть что-то такое. Хотя должен, в принципе, нормально выживать. Но с БВшкой это еще хуже. Урона еще больше, но толку от этого вообще никакого. Вот давайте его тут запустим. Так, 257. Ну, идем дальше. Чудесно, чудесно, конечно, он по зоне работает. Вот все, слили. Вроде казалось бы, блин, топовая сборка, жизни немерено. Все-таки сливается, как и все остальные. Смотрите, сколько жизни. 301 тысяча плюс 154, плюс у него еще здесь доспех стоит, куча всего и... Какое-то такое себе унылое говно, я бы так сказал. Ну, забор ломать на битве гильдий в PvP локациях в забытой, вот, ну, против Фрейя тут нереально даже. Тут любой талант вас не спасет. Фармить еще им удобно. Золото ману, зона атаки большая. Урон как бы приличный. Но все равно, как на меня, все-таки сейчас приоритет у героев это более лучший деф. Урона им и так хватает. Но это не то.
Давайте на подземках покажу его, как он. На подземках тоже довольно-таки неплохо, я с ним на китайке прошел, у меня там с каменкой. Неатакующий талант прошел очень много подземок интересных, где не мог затащить, а вот благодаря ему его заморозки, как видите, морозит хорошо башенки, я смог неплохо-неплохо затащить. Так, ну сейчас его будут бить, успели? Успели, смотрим. Ну, это вам не Фрея. Урон вроде как бы неплохой. Но морозит тоже отлично. На разгоне он будет неплохо себя показывать. Так, ну давай, 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 затащи их всех еще. Видите, вот заморозил, вообще красавчик. Вот его отхил 37 тысяч. Это с бастионом. Все равно его слили. Но неплохо. Для подземок на начальных аккаунтах вообще огонь. Да и на любых аккаунтах такая сборка 12-12, она будет, да, она для вас будет топовой. Но судя по тестам, которые я уже делаю у себя, то есть сливаю таланты, перекачиваю какие-то ни бог войны, ни бастион на арену, на бигфуте, себя практически не оправдывают. Когда у вас один герой, да, вы будете кричать у нимба, это самый крутой герой. Но когда у вас есть возможность покачать с разными талантами, потестировать, вы все-таки придете к тому же мнению, что я ему бастион не особо актуален. На, допустим, там PvP локации, да, возможно, идем на арену. Сейчас мы его тут затестим. Так, тут где-то, по-моему, он сверху бежал. Так, а вот тут есть. То есть смотрим. Вроде все хорошо, смотрите, даже против Фрея выдерживает, но все равно дальше просто его сливают. То есть какая бы тут у вас ни была прокачка, все-таки лучше немножко дольше простоять, прожить, чем вас просто салют. Урона вы особо им не нанесете, тоже много. Как ни странно, он дамажит, но этот урон как-то, не знаю, даже в той же самой забытой битве не очень заметен. Точнее, не в забытой, а в королевской. И сливают его тоже офигенно. Так, давайте в экспедиции. Так, экспедиция, вот он. Смотрим, что он тут сможет сделать. Фрей вы уже видели. Вот основной его плюс, то что он офигенно начинает морозить. Ну, стрелок у нас сейчас просто разберут его. Давайте еще раз перезаходик. Сразу будем стартовать. Оп, оп, включился. Даже не успевает включиться. Ну, блаз какой-то. Ну, вот он дамажит против стрелка. Ну, давай, 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 давай. А-а-а, сука. Не, красавчик. Почти. Ну, слил некоторых героев, стрелка слил. Да, у него урон есть. Но выживаемости просто нет. Так, ну где давайте его еще такого интересного. Давайте в забытую даже карточку открою. После Фрей. А, у нас тут даже она есть. Давайте обновим Хайман. Так. Тут у нас с ожогом стоит создать команду. Иди сюда. Убрать. Изменить настройки. Поставим вот так вот мелкого пиздюка. Купидончика. И его танчить. Вот такая вот у нас будет команда. В три героя. Чтобы вы понимали, вот в чем его прикол. Вот сейчас вот раз, он их всех заморозил. Все, урона, как видите, хватает. Плюс еще жаба подбежала, Купидон бафнул. Да, мы красавчики, мы всех слили. Им можно офигенно танчить, если там его будет бить, например, стрелок. Там, чем больше его бьют, тем больше у него будет отхила на подземках. Он себя будет хорошо показывать, там башни бьют. Если он включится, будет вообще огонь. Так.
Так, что там мы? Одну затащили, одну слили. Давай, тащите, тащите стрелка. Вот против нас Бигфут. Еще один. Ну, как видите, он просто слился. Дрейк его затащил. Тут и Анубиса сейчас мы вражеского тоже затащим. Дрейк просто огонь. Так, есть. То есть, такой вот вариант. Давайте еще карту используем. Карту у нас хватает. Мне, в принципе, они не особо там нужны. Вот так вот. Вот мы первые включились. Вот урон, видите, да, какой? Против нас еще один Бигфут. Но смотрите, как он практически нас затащил. Мы, конечно, в три героя бегали, но видели, да, как мой просел. Хоть мы и затащили, но, к сожалению, все-таки даже с ожогом будет получше в плане универсальности. Так, ну с этим мы разобрались. О. Ох, объеди. Хотя, что я тут потестирую? У меня что-то на китайке хотел тыкву потестировать. Так. Битва с боссом. Активно. Не помню, какие герои тут стоят. Создать команду. Уберем Фрейю. Еще один плюс, он морозит, да, у него там заморозка офигенно срабатывает. Успешно сохранилось, я рад. Вот смотрите, вот зона действия хорошая. Морозит практически все время, если он набирает быстро энергию. То есть у нас все просто огонь будет. Плюс, если его бьют, ему, честно говоря, там... Такие вот боссы насрать, по сути. Он себя хилит. Ну, тут нужно по-другому немножко его проходить, этого босса. Ну, как видите, танком он смотрится довольно-таки неплохо. Где его использовать? Использовать можно абсолютно во всех локациях. В рейды фармить, если есть ремка, битва гильдии морозят. Если в лоб бегают, тоже хорошо с ним бегать. Забытая однозначно, атака фортов. Угольная армия, там он тоже хорошо заходит. Ну, все локации, даже на архитемоне можно его использовать. Тоже есть свои плюсы от его заморозки. А так, в принципе, как и Рину, где-то они, в принципе, наравне, немножко разноплановые герои, но, по сути, одинаковые. Так, ну что, говорим ему до свидания. До свидания, мы с тобой пофанились, поигрались. Настало время каменной кожи. Улучшить. Раз, два, обмен славы. Можно, теперь можно себе позволять это все. Хочу еще одних пиратов, чтобы уже окончательно забить. Все. Вот у нас новый. Появился новый Бигфут. Его мы будем тестировать уже в следующем видосе. Кулачку пока, слава богу, хватает. Будем тестить уже в следующем видосе и посмотрим, стоит ли он того, стоит. Или все же вернем обратно все. Ну, я сомневаюсь, что мы вернем Бастион. Потому что с Бастионом он не торт. Конечно, если он у вас один, у вас выпал там талант, вы поставили. Да, все можете оставлять. Вам этого хватит. Для меня этого, честно говоря, мало. Я хочу универсальный герой. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.